Үтегінен сайдам саналақ саха жана. Эхеги бұжа кускай берені көрағыд. Сахабыт сілгір автономия түріттемет сілгір, ровна сүй сіл аннара өттігер. Бастықын өмірдәқ оскола историята сағаламыда. Бүгін бігі бұ осколаға үл жүтті бұд, бігінен бірге болыр. История нашей школы, она действительно имеет 100-летний юбилей. И в 2003 году, когда я была назначена директором, первая школа, она размещалась по улице Чайковского, 113, в деревянном одноэтажном типовом здании. Вот. И как-то мне попалась одна заметка, значит, в «Якутске вечернем», о том, что пятая школа отмечает, ну, около 100 лет. Ага. А наша школа на тот период отмечала 33 года. И я стала интересоваться историей школы. Ага. Как так получилось, что школа оказалась, ну, такой молодой, несмотря на свою нумерацию? Вот. И, получив архивную справку с Национального архива, значит, я узнала о том, что, оказывается, когда советская власть победила и стали формироваться республики, Якутская автономная социалистическая республика, значит, тогда все школы города Якутска стали нумеровать. Ага. И наша школа таким образом получила нумерацию первую. Но до 1934 года школы, оказывается, они имели, значит, наша школа была первой ступени, первого концентра, значит, и разновидности, да, и школы второго концентра. Ага. То есть первая школа, она имела две школы. Это начальная школа с 1 по 4 класс. И вторая школа, тоже первая, обе они размещались тогда залогом. Значит, 5, 6, 7 класс, это, значит, 7-летняя школа была тогда первая, это отдельная школа. Но они, обе эти школы, имели нумерацию первую. Постепенно происходили изменения в системе образования. После 1934 года, значит, из воспоминаний первого директора первой школы Максунова Дмитрия Васильевича, мы узнали о том, что наша школа стала 8-летней школой. И после 8 лет образования, получения образования, дети могли поступать в высшие учебные заведения и получать высшее образование по специальности. Да, очень интересно. Вот. И до, значит, практически до 70-го года эти две первые школы, они размещались залогом. Угу. А в 70-м году в юбилейные мероприятия, значит, было построено типовое здание в Сайсарах по улице Чайковского. И уже первую школу, значит, начальную вместе с средним звеном объединили и, значит, переместили уже в Сайсары. В 70-х годах, значит, директором была Громышева Валентина Андреевна. Она там работала. Значит, из воспоминаний, конечно, социум был достаточно сложный, но при этом коллектив выполнял свои задачи, которые перед ними поставило государство. Значит, они очень тесно работали с шефами. Ага, шефская работа. Много было, значит, производственников, предприятий. Значит, работал переплетный цех, дети зарабатывали деньги, лучшие дети, да, ну и то есть получали уже на базе школы какие-то первые основы, навыки профессии. Потом пришла директором Травина Раиса Дмитриевна, значит, она 20 лет работала директором 8-летней неполной школы номер 1 в Сайсарах.
И, значит, она очень активно поддерживала пионерскую дружину. То есть в тот период, когда уже, ну, у нас в государстве были изменения, это, значит, перестройка, новые ценности появлялись, да, то есть, да, 90-е годы, да, значит, уже все менялось, комсомол, пионерия, уже у нас многопартийное общество становилось, да, и в результате, конечно же, значит, во многих школах были утрачены эти вот действительно вещи, которые много десятилетий участвовали в воспитательном процессе именно подрастающего поколения. Но Раиса Дмитриевна, она сохранила пионерскую организацию, она сама была членом коммунистической партии и сохранила эти связи, очень тесно работала с ветеранами Великой Отечественной войны. Тогда в Сесарском округе, значит, эти мероприятия проводились традиционно, и очень активно работал тогда на тот период, значит, глава Сесарского округа Садовников Дмитрий Дмитриевич. Действительно, это была очень большая помощь и поддержка, на самом деле, для такой небольшой школы, которая в тот период тоже, как и все другие школы республики и России, конечно, это, чувствовали эти перемены. В 2003 году, значит, мне было дано предложение возглавить эту школу. Когда я пришла, то увидела небольшая школа, 12 классов комплектов, 200 детей, значит, небольшой коллектив, 9-летняя школа. Вот, и вначале не было завуча. Вот, и, конечно, мне было вначале, во-первых, опыта не было руководящей должности. Я была за спиной, у меня был опыт преподавательской, учительской деятельности. 20 лет я была хорошим классным руководителем, учителем математики. Вот, и я решила попробовать себя в качестве руководителя. Вот, и начала работу. Вот. Значит, конечно же, прежде всего акцент я поставила на воспитательную работу. Конечно, были первые трудности. Очень много детей у нас стояли на учете в детской комнате милиции. Значит, у педагогического коллектива, ну, были опущены руки. У нас, так как была неполная средняя школа, поэтому желающих было не так много. То есть первый год, первый класс у нас пришло, по-моему, всего лишь 6 детей. Но, как сказать, занялись за работу, принялись, не стали бояться этих трудностей, да? И прежде всего поставила акцент на пионерскую дружину. То есть, значит, это, естественно, очень много у нас мероприятий, коммунарские сборы, пионерские походы. Вместе с коммунистами они нас поддерживали, они нам помогли и пионерскую форму пошить, и барабаны нам предоставили, и всю атрибутику, и в этой части детям это очень нравилось. Конечно же, в коллективе тоже происходили перемены. То есть набрала учителей молодых. И, значит, из этого состава больше акцент был у нас на участие в общественных мероприятиях. Я выпускница начальной школы номер 1 города Якутска. В 1970 году закончила 4 класс. И как оказывается, что это мы были последней начальной школе, школой первой ступени. И это исторический момент. И после нас уже школа 71-го стала располагаться, ну, можно даже сказать, может, и 70-го года, уже с осени, уже в Сайсар переехали они.
И вот в этот период исторически наша школа, вот, вспоминаю вот до сих пор, да, большой теплотой, благодарностью. Она располагалась в деревянном одноэтажном здании по проспекту Ленина, Залоги, через дорогу от Заложной аптеки. Заложной аптеки, и там была через дорогу еще и третья школа. Угу. И рядом находилось здание, мне кажется, там была старая татаро-русская школа. Вот это здание тоже хотел, но там уже другая школа была. И вот в большой теплотой и любовью. Там у нас не было библиотеки, но мы ходили в детскую городскую библиотеку имени Гайдара. Она располагалась в здании церкви Преображенской, да, где площадь Марата, рядом с Вечным огнем. Вот туда мы ходили, и там у нас устраивались тоже школьные праздники. Актовый зал, конечно, у нас был небольшой, там тоже мы устраивались школьные праздники. Спортивного зала у нас не было, поэтому физкультура проходила в коридоре или в теплое время на улице. Так, столовой тоже не было. И мы брали в буфете на подносах еду, заносили в себе в класс и там кушали. А сидели мы за партами деревянными с открывающейся дверцы, так сказать, ну, такие старые деревянные парты. Вот. В таких условиях мы учились, ничего. Начинали учиться писать карандашом сначала, потом уже перьями, вот этими вот чернилами, да. Вот такой пассивности сразу мы не писали ручками, только сначала карандашом все выводили, только там этому всему научились и писать, и читать, и считать в начальной школе. Поэтому вот, можно сказать, вот эта наша начальная школа, наверное, одна из последних была в городе Якутске до 70-го года. Вот моя вот свидетельство, то, что я вот окончила эту школу в 70-м году. Тогда она называлась начальная школа номер один. Заведующая была Свиридова. Только ее имя, отчество я уже забыла. А это вот мой класс, но это только мы в третьем классе снялись. Почему-то четвертого нас не сняли. И вот моя учительница, первая моя учительница Бордюкова Наталья Ильинична. Очень строгая, требовательная, но внимательная учительница к детям. И прям очень заботливая. Вот она даже мне пророчила, что я буду учителем математики. Ну, не просто учителем, не знаю, но просто учителем буду. Не знаю, еще исходя это решила. И точно я стала учителем математики. Вот, судя по этому, вот, если посчитать, то сколько тут у нас, где-то 30, да, с чем-то детей? Да, 25, ага. Разных национальностей, разных. Ага. И вот мы потом уже вот пошли, кто в третью школу, кто куда. Ну, в основном в третью школу перешли. Я когда пришла работать в 2009 году в нашу свою родную школу, как раз я поступила работать в год, когда она стала уже средней школой. И так у меня вот все связано с моей первой школой. Начинала в ней учиться и завершила в ней работать. Республика бит инники сайдыта кайдах жона итен тахарар бутыттан бахатча тутулуктах. Онан түргеннек олар етурар олыққа білімнеқ, оны инникеге жылуырдақ, оғылыры итерге жүкузкай куратмағнан гүнемірдақ ортос колатын алын калахан учуталларын методическай қол бұғыға бары кыттыған, сүбілігін, бұланнақты күлелі бит. Алын сүйеққа олар абукуаттан сағалан ағарға өренақтарыптан ағарға тапталы, интерехи ититтен сағалан. Ого, кайдах өрехтек, билилек, кейі болан улатара, үгес курдык алын класс учуталларыптан тутулуктаг. Онна кинлерге сүктерелер. Анығы өрех системата өренәчіне конкурентна способны гына иден такайын тахарар бұтын иддир. Онын қасбидді ого болғым толуақтық сығын нахан, кине кейі бұғытынан иетілен тақсарыгар таланнара, арылларыгар бары күс бүтін урабыт. Өрінәтшілер біт арас тағымнақ көріқтерге, олимпиадаларға, викториналарға, арас тағымнақ ағыларға, Коракқа, Республикаға, Россияға, Чинчер үлелерінің проекторынан сетегілеқтік күтталлары сайдан елері оны керхелер. Оғы талана жоғыра арылан бәйтін күғыр толыр әрелі, оны олыққа инники көңе сылжар, ғырақантан толуват болы ұлатарғар түхі күйінен әбі өректтәхін үлеті болар. Ол оскола бұтығар оғыны сайынларарға бес қайысқаға сөпті бәхіннерін арас әбі жарқтар үлелілер. Ол күрдік хақымат күрғуға, оғы жоғырын сайынларар математика, нұтчатыла, ағатшы күрғуқтара, остул оннулара, вокалінай музыка егетігер, оғыны күтталтығы, чөл олығы күттуттуға
чөлөлөгө тутууга тухайыллар уонна туллалыр эгене билиннерер чинчиер проекттары оңорууга туханыллар куруактар ытыллалар. Оголор бу тараста хамнах ры, үнкү, дообат, уругуй конкурстарга кытталлар. Күрэктехилери, күрэктехилерге элбэх кыйлах уонна лауреат аттарын, дипломан аттарын ылбыттары. Оскола бытыгар нучатылын уонна литературатын, математика, тулалы реген уэрэти, керегайити, иэтылны дейлэтин териебит, касбидего көхтөхты кыттарын хэтихэбит. Биге учуталлар бут териягиннеринен коракка, үхүс төрдүс кластарга, сахалы кластарга пандемия кемигер бұқуярын өңеді болар, аман өз көрек бетін номно хетті сылын ұтты бұд. Бұл 11 осколаттан кытынылар. Тыл әті 2 төмеғанан аспыта кытташылары то бәйлерін тылларынан әтелерігер күйық бербіп бет. Оны тағынан бейгі ұчыталар бұд ақсы сылын математическай дейкергенден әме көрегі ұтықтақ бұд. Бұл көрек бет дейкергені әме төмер оғы тобыллағы сөйдіғы боларын сетихтақ бет. Оскола бұтығар маңнайғы кластар өрінәтшілерін үйіс бұрыған қабамыт аудитория инігер проекторын көміскүйлергер тұхайын «Мир вокруг меня» ден чинчер конференция ғыты бұд. Иккес үйіс түрдіс класс оғылырғар мой увлекательный мир ден аттан чинчер конференция бұдын сылақсын тәрие бұд. Алын сүйек кластарын учыталарын көгіләхіндерінен мой увлекательный мир научно-практическан конференция бұдын корат осколаларын үйіс түрдіс кластарын өрінәтшілергер түрдіс сылын ұтты бұд. Бұл конференция бұтығар бұйыл хүйдбе бір осколаттан кәлін түрдіңіз оға күтінна хүйдбекке эксперт өлеләді. Ота Кырджығада оскола бар болан өрек онны білі бар, оттан бұ тәрілті қайдақтарынан үлелі өйі тұта ая онна тұта оларар оттан иннеке сайды әлбәк өріте бұғатшы тұтылықтағы. Онна төрі әбіт, республика әбіт, кәнеғас кетә бігілі бітігер, ұчыталар үлелер опып бұтығар, оғыларға таптал бұтығар, онна бәй әбіт, үтіе тұсқұллақ, иде бітігер, бәрінелеғ, болар бұт, сетихи біт түрді ден бүк әрін әбіт. Бастықын өмірді ағыз қолы бұт, сүйіс аллақ өрігіддөғі білуін үтіменің үстейді Осколаға идаға тұхайылақ, предпрофильнай, профильнай өрәті систематынан көджісті ақты көләлір. Ол құрдық қолыбыра осколы бұд орты сүйек класс өрінәтшілері WorldSkills көрекқа алын сүйек кластырғар өрәті еген сатабылға түрдіс сұлларын қайылағынан тақсалылар. Джеймизов Никита, Малахова Света, Щелчкова Владислава, Республика Тағымыңғар Кыян, Россия табығыр стихиляқты күтті бұттыра, бұйыл Найнохова Таня ме әріляқты күйен, білеген Россия табығыр білемнен әсілджер. Профильнай дірінгітен өретті үс қайысқаннан барар, гуманитарнай, естественно-научнай, информационно-технологическай, қазбедді өрінәтші әрдеттен инеке едетін талан жарықтанар, өрінер. Ол түміге бір кілім экзаменнері үрдік балға тұттары болар. Бігігес қолабыт сылайы үрдік көрдірілі, қолабыра Россия орто балларын ағырлаппа үрдік. Бігі баллар бұт предметтерінен. Кен тұтта аты бұт қолабыра қазды сүйіс баллақ өрінәтшіні білеміне әбет. Нучыталын-нучыталын Гордость Якутии көрек қайылағын Сергеев Татьяна Власевнаны, сүйіз бірген қачыстыбаны Ситихер Егорова Анна Павловнаны, Осколы өлетін бір сүрін күрдір өтінен өрінәтшілер Арас Олимпиадаларға күттілері болар. Бүтін Россиятағы өрінәтшілер Олимпиадаларға Арас предметтерінен сылайы қора Республика Тағымығар президентардағы бұд. Икітінші сүрбе бір ғылаққа ұтылы бұд ұлыған аңды дұтағы пейза чинчі егі күтті бұд, онына республика бұд бастың осқоларын егер кербіп бұд. Учуытал онына өрінәтші сыралақ өйлерін түміге выпускник үрдігі өрек қай тұттарса керейті болар. Беге выпускниктар бұд Россия бастың өрек қағаларына мұңғырданмаққа Чехия, Канада, Китай, Корея құрдық омұғдайдыларға стихіляқты көрін әлдялар. РАЭКС агентства ұппыт рейтингінен өрек қыттарсы түмігінен осқола бұд республика бастың үрбе өрек тәліктерін егер керерінен кен тұтта бұд. Онатын бігігі ұшталар бұд самы сүрін қачысты балара оғы жоғырын кемегер табақ өрен өйттен сайындарын тағарыта болады дейі ханығын.
Тәрәбит тылы бағалағын кеге олығыр сүді ұлаққан суалталақ. Тұғы барытын сетігерге бәғі тәрек болар. Сүйс сыл бұ бүтін үйе. Сақ автономный Советка Социалистическая Республика бұт тәрілі біте сүйс сылын бұйыл мұсыстар сүрбе сәтті күнігер бәлетей біт. Бұ юрақ жылығар ұлу тұймады қочо келбәйір кейінігер тұрар біхеге осқола бұт әме сүйс сылын бәлетейір. Олеген біхеге сақатылын ұшытылары онына үйерін әтчілері бұйылғы үйерақ жылығар сүйс сетігіне ұлар тұхығар күхіңеттен күстәк үліға тұрымып бұт. Ол күрдің біхеге республикаға, Жакускай Куаракка, арастары әхіндерге күспіт тиерінен қытынны бұт. Ол күрдің муниципальны олимпиадаға, бары кластарынан барытығар біхеге бастық местен ұлы бұт. Онына Икіс оғылар бірістәк местелерге тегістілер. Білеген республикадағы олимпиадаға 5 оғыны білімнеге жабыд. Олыңқы олимпиада тұғыр 3 оғы 2 местені, онына 3 оғы 3 местені ұлылар. Науысынан үшінші ер үліға самай үрдікі бұйылғы сыллақ сетігі біт Тиханова Сильвия Москва Куаракка Вернадскай ағыларығар бастықы местені ұлан барыбытын үйәртті. Осқола бұтығар үләні системалақтығы табыт, ол күрдің Жакускай Куаракка бұ сүрді қалбақ проекттары тәрейен ұй табыт, ол онны оғылар бұт барытығар күттаннар білістіақ местелері ұлалар. Түрәбіт тылға народ мұдырығығар олығыран ایتر یورتر اولنی تبادیور لحن با آگو ایه سنتا اوکترگر مایگتا سیگلیت سیگلیدیگر وانا دخوانها بگرگیدیگر بگه ترخ بولار سالگی سلبت بتر دیره بهیگ بلیگن آگان کرد بپت ستون یس ستیهینه اللبت ولاتا بخال بات کمیه بهیگ میه سالگی ایم نلاختگ لیلیخ بید. Проектный чинчер үліға үрінәтшілері ұхую беге ұсколавыт үретер үйтер үлетін бір сүрін қайысқаты болар. Маннық үлі үрінәтші бәйті сыл сұрық тұрорынан тоғыстоқ проблемалары бұхарырға толқүйдур, ұрытар, айар жоғырдарын сайынларыға ендіке олығыр бәлімнәхіне тұхайылар. 2009 сылттан ұсколавыт научный үліға салай әтшіта биологическай наука доктора Чиросов Михаил Михайловичке қолағынан үйірнәтшілері проектіні үліға сұғыры сыллақ 6-8 кластарға творческай экзамен денкілері ілді. Бұ сылын айы ұйтылар ұсколавыт үгес болбыт тәрәхіне. Манна қас бірді оға бәйті талан ұлбыт қайысқатынан чинчер үлі сұруян жүллер сүбе іннігер көміскүйір. Бұ онтан тақсы секцияларынан ұйтылар. Экспертный комиссияларға ұчуталар, төріппіттер, научны үлгеттер кейреллер. Оғылар манна аудитория іннігер тақсан кәпсірге, ұйытықтарға құрыйдурге өрінелер. Бұ кенілер бастықы қардылары болар. Салғы муниципальный, республиканскай, российскай тағымнақ научны практической конференцияларға іннікея қарды түхімәқтергер күттылары салханар. Олабыр 2019-19 үйрақсылығар, іннікея қарды конференция ұсколатаға тағымығар, ағуын төт үйрінәтші күттібітіттен муниципальныйға 33 оға күттібіті. Онтан сүрбе сетті оға сетігіләқтік призер боланнар салғы республиканскай этапқа күттар ческетік сіптірі. Республиканскай этапқа 11 оға призер, лауреат болбұрттары. Ордық сетігіләқтік медицинскай, филология, культурология, тұйқағайстуатын, педагогика, информатика, спортивный наукалар, физика, астрономия, химия, техника, оны технология секцияларғар күтталар. Улахан сетігіветінен өрінәтшілер бүтін Россия тағы онына нұроттар иқардаларынағы тағымға күттылары болар. Наука салатығар чинчер проектіні үлінен ұтымнақтық жарқтаны иннекетін оғы олыққа бәйтін бұлынарығар Улахан солталағы. Бұ анығы лоқа қас бірді іде ұлахан толқұйу ұрытыңыр дір. Онан оғылар бұ проектіні үлелергер ұлбыт үйріяқтары, іннеке ұлақтарғар тұхалырығар әрелләқ біт. Мехаманна оғылым түрдіс қылаға бұйыл бітерер.
беге бо торпитер атартан Габахалык Пытыгар Асин Сергеевичка, Брабытылстыва, Берседателегер Андрей Владимировичка, Корапыта Габахалыгар Евгений Николаевичка, Улухан Мақтыл бұтын тірелдебет. Тоға детерген бұл сүйіс сыллақ өбелі бет, сақасері тірелдебеті сүйіс сыллақ өбелейін кітары вергі төбестелер. Бұл өрілақ сылғы беге өрі бетен мөксәді, тоға детерға беге скола Пытыгаранан. Кооперативный техникум здание теми ремюнинен бютенерер. Ол курдук элбек ол лабораторор. Беге түрпеттер бағаға ол кооперативный колледжка тиге ғырттывыд. Вихет астыр, нағасыл астыр. Чугай бағай кейін бағай кабинеттар. В 2007 году мы на основании распоряжения Ильи Филипповича Михальчука переехали в здание, значит, по адресу проспект Ленина, 32, самый центр нашей столицы, города Якутска. Значит, в связи с тем, что здание, в котором мы размещались, оно было деревянным, пожароопасным. Это здание было отремонтировано, то есть здесь все приукрасили, вот, и началось второе дыхание первой школы. В 2009 году, это здание, естественно, имеет великолепную историю. Сколько было выпущено выпускников. Я сама горожанка, закончила вторую школу, вот, и о восьмой школе ходили легенды о выпускниках, о том, что, ну, здесь самая элита у нас училась в этом здании. И нынешние родители, которые приводят детей сюда, это внуки, это дети тех родителей, которые заканчивали это здание. Здесь очень хорошая атмосфера, благоприятная для того, чтобы развивать детей. Действительно, мы, как школа первая, получили именно второе дыхание в этом здании. И мы ему очень благодарны за ту возможность предоставленную, значит, учиться именно в этих стенах. Конечно, нам грустно с тем, что это здание, ну, уже, как говорят, устарело. Вот. И оно требует, конечно, обновления в связи с новыми условиями. Но я думаю, что само место, вот это, оно даст возможность детям иметь именно возможность стать настоящими патриотами, гражданами своей республики и страны. Ведь девиз нашего коллектива – «Наши дети – это будущее планеты».